Ярославле в целом успешно и без сбоев прошло подключение к отоплению жилых домов. Объекты социальной сферы, детсады, школы, больницы уже давно живут с теплыми батареями. В жилом секторе в общем правиле имеются только отдельные исключения. Из-за капремонта с согласия собственников отложена подача тепла в дом номер 80 по проспекту Авиаторов. Обещают на днях ремонтные работы там завершить и открыть тепловую задвижку. А самая сложная ситуация сложилась в доме 9 по Октябрьскому переулку. Там жильцы попробовали жить без управляющей компании, и дом свой к началу отопительного сезона не подготовили. И один проблемный дом у нас – это Октябрьский переулок, дом 9, где на сегодняшний день между собственниками и управляющей компанией не заключен договор управления. И, соответственно, собственники сами должны сделать промывку, прессовку, подготовить дом зиме, чего именно на сегодняшний день не сделано. Соответственно, у них нет разрешения на подключение. Неоднократно уже территориальная администрация проводила там собрания, предлагала собственникам несколько организаций, которые готовы эти работы выполнить за соответствующую оплату, но собственники почему-то отказываются это делать. Ситуация, конечно, тупиковая. Каждый собственник должен понимать, что мы за свой дом отвечаем, ремонтируем, содержим и также готовим его к зиме. И необходимо эти расходы нести.